Коллекция Венсер – это та коллекция, которая получила награду Best of the Best. Best of the Best – лучшие коллекции выставки. Эту коллекцию для нас разрабатывал дизайн этой коллекции итальянская компания Tanetti Design. И действительно, дизайн очень интересный, необычный этой коллекции. Вот видите, такая избегающая волна. Почему и называется вальсер? Вальсер – это вальс в переводе с немецкого. Как бы кружится в вальсе. Бакелитовые черные ручки, которые являются таким продолжением корпуса. Жаропрочное стекло и силиконовый обод с отверстиями для слива. Кноп с местом для ложки. Ну и, конечно, индукционный диск, который позволяет использовать эту посуду на индукционных плитах. Вот у меня в руках ковшик Вальцер. Вот видите, как удобно сливать. Тут даже не нужен сливной носик, потому что отверстие для слива находится в самом силиконовом матке. Я просто пальцем придерживаю за силикон и сливаю жидкость. Вот так это делается. Вот видите как. И ручка, которая такая же повторяет волну, надо сказать, очень удобная, за нее приятно держаться. Покрытие внутреннее трититан, индукция. Вот видите, литой алюминий. Вот этот бортик из литого алюминия, переход. Вот эта площадочка, в которой крепится ручка. Это все признаки литого алюминия. Литой алюминий, толстое дно, толстые стенки, очень бережно готовит наше блюдо.